Круглый год на страже общественного порядка. В воинской части 66-37 чествовали солдат, отслуживших 12 месяцев. Больше 200 человек в ближайшее время отправятся домой. Самые мужественные и ответственные получили благодарности от командования части. Целый год они достойно и мужественно несли службу, охраняли общественный порядок. Сегодня для солдат воинской части 66-37 важный день. Скоро они отправятся домой, увидят родителей и друзей. Кирилла Задимиченко призвали из Кустанайской области. Говорит, время в армии пролетело незаметно. Отдать долг родине он считает обязанностью каждого мужчины. Ну, армия – это школа жизни. Как бы год – это не так уж много, как кажется. Ну, конечно, мужской коллектив, там иногда бывает разногласия, но вообще в целом все хорошо. Все дружные, друг другу помогают. Один там не может подшиться, другой ему поможет. Кирилл в числе тех, кто успел отличиться за этот небольшой срок. За примерную дисциплину и ответственность юноши получают благодарственные письма от командования части, исправительных учреждений и департамента внутренних дел. В ходе службы они проявили высокую бдительность, достойно отслужили 12 месяцев. Военнослужащие, изъявившие желание проходить воинскую службу по контракту, написавшие рапорта, будут проходить в других городах по месту жительства. Следующий поток призывников придет в воинскую часть уже в июле. Нести службу будут молодые ребята из Караганды, Шымкента, Павлодара и Тараза. Алина Баржанова, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.